Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Савельева, я нутрициолог, специалист по психологической коррекции пищевого поведения, наставник и тренер. Автор книг издательства АСТ «Осознанное питание», «Осознанная кулинария» и «15 шагов к физическому и ментальному здоровью». Хочу вас от всей души поздравить с наступающим 2024 годом, пожелать не только гармонии с собой, радости, мира и покоя, но и осознанности в своих выборах. И осознанность, на мой взгляд, заключается в том, что каждую минуту, каждую даже секунду своего дня вы выбираете себя. Это и есть ваш осознанный выбор. Что бы мы ни делали, правильным будет не нравиться кому-то, а быть гармоничным, спокойным и вдохновляющим собою и своим примером других. Мне очень хочется, чтобы каждое ваше утро начиналось с того, что вы поздравите себя с новым днем и захотите провести его так, чтобы в конце дня вы получили полное удовлетворение от того, как этот день прошел, что вы для себя сделали и какой вклад этот день внес в ваше будущее. С Новым годом, друзья! Радуйте себя! И тогда вы сможете значительно больше порадовать ваших близких. Ведь светлый человек излучает свет и согревает окружающих. Чего я вам всем от души желаю не только в 2024 году, но и во всех последующих. С Новым годом!